спать, поэтому сегодня я снимаю видео уборка в комнате. Ладно, мы начнем с маленького столика, который вы не видите, но я его вижу, он такой красивенький, он маленький. В общем, начнем с косметики. У меня есть такая штучка, которая лежит уже что-то. Всякая фигня, в общем, да. Сначала мы здесь расставим, потом отсюда возьмем и положим сюда, так как мне скоро идти через 2 часа. В общем, давайте начнем уже. Перетоник мы его ставим сюда. Ой, не, не сюда. Ну, и немножечко вам расскажу о своей косметике, которой я не пользуюсь. Это для танцев, как бы. Возможно, какие-нибудь праздники, возможно. Но это не точно. Первое, это я покажу вам кисточки. И вот кисточки, их много достаточно. Вот эти вот. Сейчас отбегу, подождите. А где моя такая красивая? Ладно, потом найду. Вот эти вот я купила за 140 рублей в смешных ценах. И они очень хорошие, у них ни у кого не выпадает. В ворс они нормальные, очень крутые. Вот так, лайк. Короче, покупайте, что? Проверено мной. Их мы ставим вот в этот отдел. Также вот такая кисточка, я нашла ее в косметичке маминой, которой этой кисточкой я пользовалась, я не знаю, когда. В общем, да, продолжим. Далее я хочу найти другую, которая красивая, где она? В общем, знаете такую кисточку от Lime Crime, она такая еще розовенькая, такая еще. И с блестками внутри, знаете, такую. Вот. У меня такая же, только без воды внутри. С блестками, но без воды. От Lime Crime с водой. В общем, вот. Из моды все это, короче. Вот такая вот кисточка для тональника. И растушевки. Всякой хрени. И вот такая вот кисточка, которой я не пользуюсь. Но изначально я ей наносила румяна. Но сейчас можно просто взять ее вот так сделать. И нормально, у тебя есть тело сразу. Но сегодня я делала это вот этой кисточкой. В общем, теперь давайте... Ой. Да. В общем, у меня есть такие две помадки. Вот эту вот помадку мне купила мама. Вот эту мне отдали. Отдала. Мамина сестра двоюродная. В общем, у меня есть такие две помадки. Это 55-й оттеночек. А это ента какой, что это? А это 0,5. В принципе, так. В принципе, конечно. Также у меня есть еще. Нашла. Вот такая помадка. Это Panda Stream. Мечты панды. Ой, сны панды. Это такой оттенок, достаточно красный, но на самом деле он не красный. Это True Red, да, не суть. Далее у меня идет вот эта штучка, это консилер и вот эта штука, это что это? Это, блин, я не помню как. Ну, в общем, вы поняли, надеюсь, девочки, вы поняли, да. В общем, рассказываю небольшую историю. Вот эта фигня, смотрите, она отломалась. И когда мы красились на танцах, на выступлении, мы красились вот этой стороной. Вкусно пахнет. И она у меня просто из рук выпала и сломалась. Какая молодец, господи. В общем, теперь вот такой вот у нас идет штука. Это реснички, кажется, что это? А, это тушь, ну да. Тушь, да, 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 да. Вот, короче, мы поставили этот штуку, заполнили, да. Сюда можно еще вот такой тональник от Кель. Ну, вы знаете, то, что они настоящие, как бы. Поделочка. Смотрите, он влез. Радость-то какая. Далее давайте пройдемся по палеткам. У меня упал хайлайтер. Немножечко. Подождите. Ну, это там не только палетки будут именно с тенями, но тут всякое. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Давайте начнем с теней. У меня это мои самые первые тени от Essence. Они розовенькие, блин, это какая-то коллекция моей косметики. Но все равно мы будем в комнате убираться. Ой, блин. В общем, вот такие розовенькие.
ферментированные. Я не помню, сколько они стоили, но они тестятся. Купила их подружке. Следующие мои тени были, у меня больше не было теней, но вот появилась парочка, вот, ну, немножечко. В общем, вот эти были мои следующие тени. Вот эти вот. И они все уже заморались, но это же я, да. В общем, вот это все тени. Это для губ, это для бровей. Вот этим я карашусь иногда. Ну, на танцы там всякая фигня, в общем, да. Вот. Ну, и мне очень нравится палетка, цвета нравятся. Кстати, ничего не кстати, в общем. Я не понимаю, для кого придумали этот цвет, но, возможно, я хочу им накраситься на свой день рождения. В общем, советую, покупайте, стоило недорого. 210 рублей, наверное, не помню, 200 с чем-то. От Naked Eyes Lips Brows, наверное. Просто у меня русский. Видишь, моя палетка, это была вот такая палетка. Это Classic Eyes Shadow, 130 рублей. Не переплачиваем. Кстати, все плохо, у меня, смотрите, тени разбились. Ну ладно, не суть. В общем, мне очень тоже нравится эта палетка. В общем, покупайте сейчас. И давайте мы их сразу сложим вот такую штучку. Сложим вот это. Вот так. Поставим. И вот. Короче, дальше давайте. Далее у меня идет вот такая вот штука. Это хайлайтер. Он не хайлайтит ни хрена. Но если только вот так сделать, и нормально. В общем, самый крутой цвет это синий. Вы просто, я не знаю, что говорить больше. В общем, стоила она 110 рублей, но тоже, как вы понимаете, я не часто пользуюсь. Вообще не пользуюсь, я ее купила только потому, что на танцы. Но в таких случаях, мало ли что, нам надо будет вот так сделать. Чего бы нет. В принципе. Следующее это из моди румяша. Румяна. Открывается, блин. Открылась. В общем, вот такие. Скажите всем привет, посмотрите, как красиво. В общем, такая штучка. В общем, зеркало селось. Здесь была, кстати, непонятная кисточка, которую я выбросила. Ну, я не выбросила, она лежит там. Вон там. Смотрите, как бардак. В общем, оно очень сильно пигментировано. Короче, у меня одна девочка один раз, когда мы красились, она такая, типа, Ксюш, можно возьму? Я такая, типа, да, окей, бери. И она такая, набрала вот так. Она не знала, что это пигментировано. Говорю, сразу говорю, оно пигментировано. Так набрала и вот так вот сделала. У нее все просто так лицо было. Это был капец просто. Далее идет такая штучка. Это у нас пудра. Которую пользуюсь. Это моя мама, на самом деле, пудра, но я ей пользуюсь тоже на танцах. От Oriflame Beauty. В принципе, видно то, что мама ей часто пользовалась до такой дырки. А я продолжила. Ладно, продолжаем дальше. Эта косметика закончилась. Короче, разбираемся на самом столе. Так, у меня здесь крышечки от контейнера. А вот, в принципе, сами контейнеры. Я просто слоники на продажу продаю, но не всем, конечно. Те, которые заказывают, естественно, господи, почему бы и нет. Вот, так, JBL наушники, не мои, но ладно, уберем мой ящичек, почему бы и нет. Я надеюсь, что меня слышно. А меня слышно? Слышно? В общем, продолжим. У меня дальше здесь валяется вот такая светильника, такая. В общем, я ее поставлю на косметику. Зачем? Не знаю. Просто некуда ставить. Вот. Крышка какая-то странная. Ну, беру куда-нибудь. В общем, 2 рубля всем пригодятся. Так, здесь какие-то фантики странные. Какой-то ватный диск. Носок. В общем, да, продолжаем. Далее у меня здесь вот такая штучка, я потому что, когда я хожу в ванну мыться, вот прям мыться, я всегда беру с собой телефон, не знаю зачем. Ну, мало ли, вдруг кто-то напишет, почему бы и нет.
В общем, такая. Я всегда теряю, поэтому она лежит здесь. Также здесь лежат влажные салфетки. Говорить разучилась, ну ладно. Все положим вот так, сюда. Также здесь у меня лежат два чехольчика. Также у меня здесь лежит такая ленточка, которую не надену на 9 мая, когда мы будем выступать, потому что я буду... Где-то я буду. Ждите влоги оттуда. Ну, вы пока не знаете. Кстати, догадайтесь с трех раз, куда я лечу. Мне кажется, все знают. Особенно моя лучшая подруга Лена. В общем, уберем это сюда. Давайте перейдем гоу дальше. Это же такая штучка. Это вы одеваете на объектив камеры, и у вас типа все увеличивается, типа становится вот так. Я просто не умею ее настраивать. Во! У вас все становится вот так. Я могу, конечно, сейчас вот так снимать, типа, оп. Мне кажется, клево выглядит. Поэтому оставлю так, чтобы видели, что происходит вокруг меня. В общем, здесь какая-то штука. Выкидываем ее. А еще здесь есть мои конготки. Они не странные, но они просто не вывернуты. И они с киской. Ну, если вы видите, вот. Поэтому их мы отправляем стирать. И да, извините за свет, просто я не знаю, ну окно так, ну это окно, это не я, это свет, это окно, да. Ну, так, здесь у меня лежит прекрасный русский язык. Ставим его на полочку, где русский, ой, то есть где все мы ставим на полочку. У меня здесь есть такая офигенная. Что это такое? Сарьель, вот. Мусорка, которая там мусора много. Ну, в принципе, логично. Вот. У меня идет мой прекраснейший, вы не понимаете, пенал. У меня с начала года. И просто посмотрите, какой я щитовод. Я разукрашиваю свой пенал. Я умная, господи. Вы что вообще? Вы просто не понимаете ничего. Далее, ужасная математика, ужасный дневник, который уже порван, на котором все расписано, потому что это я. Кстати, я себя в начале года уверяла, то, что я не буду портить ничего из вещей, которые я куплю, ну, в принципе, зачем я тебе это, себе это обещала. В принципе, новая тетрадочка по математике, в принципе, мы проходим смешанные... Понятие смешанных дробей. А это закончившаяся тетрадь. Титыли. В общем, в принципе, смотрите, что я делаю всегда с тетрадями, которые закончились. В принципе, всегда так моя мама делала, а я продолжаю. Наконец-то. Уйди из моего мира, ты. Говно. В общем, все, всем пока. Мой ежедневник, который я еще не начала вести. Я себя циркулем проткнула. Вообще. Ай, опять. Эта штучка, где я записываю, какого цвета, какой текстуры и всякая фигня. Слайм. Далее, прекраснейшая литература. Это без кавычек. Я люблю литературу, я люблю читать стихи. А вот рассказы, извините, не люблю. Скотч. Скотч сюда. От тапочки отлетел помпончик. А еще я буду красивой сейчас. Красотка, я знаю, да. В общем, это сюда, и это тоже сюда. Задвигаем стульчик. Поднимаем носочек. Убираем носочек. Это вот тут мы убрались, а там нет. Поэтому идемте, уберемся там. Да? Итак. Я уже здесь пришла, да. Смотрите, там много бардака, который я выкину скоро. Здесь у меня много одежды, которую нужно кинуть, стирать, потому что я не знаю, куда это кидать. В общем, здесь моя пижамка, но она мне... Куда ты падаешь, бесит? Но она мне нужна. А вот это все... Нужно выкинуть, стирать. Поэтому... Всем пока. Я нашла кисточку. В общем, вот такая вот кисточка.
понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Всем пока-пока.